волнение, но сегодня и день такой должен быть. Скільки кожен листок вкладає в урожай. Найбільше ми знаємо, у пшениці вкладає пропорцевий, так, до 40%. Підпропорцевий десь 20-25%. Всі решта лишні, це всі разом 15%. Протруйником, це листмак, комплексний захист в осінній період проти широкого спектру. Если один, два, три овощника укусит растение, растение либо же погибнет, либо же будет отставать в развитии. Он уможливляет посередний контакт шкідника с рослиною. Если у вас есть вопросы, я внимательно слушаю. Если нет, передаю слово модератору. Так вот, на подсолнечник, ну конечно да, это были вот эти опыты в этом году. 4 растения. Это в оптимальном, не в оптимальном. Да, да, да. Значит, в прошлом году, когда у нас после 15 июля, как вы помните, началась жара и засуха, то плещ сидит под листком. Таким образом, для того, чтобы контактный препарат туда попал, надо его либо задуть каким-то образом туда, либо... З нами сьогодні ще Дмитро Руйко, який є оператором нашого протравочного мобільного комплексу. Він розповість вам про роботу самого мобільного комплексу. Где-то с 1956 года, если не изменяет память, Николас занимается сугубо протравителем. То есть это компания, которая поставляет профессиональное оборудование, и сколько вы можете назвать как пыль, остатки, грязь и чистое зерно, запакован чистый бэк, где уже после этого он только ждет для того, чтобы вы его косили. Які грунтові чинники найбільш за сою? Будь ласка.